Ну а... Эй, всем привет! Вы на канале InBig VR, и мы снова в Far Cry в VR-моде. И, ребятушки, вот сразу захожу и вот утверждаюсь о том, что эта игра вот просто идеальна для VR-платформы. Вот эта графика, я вам так скажу, она вообще, мне кажется, не уступает то, что выходит сейчас. Да, чувствуется, что очень все старенько, но относительно. Ну, как-то вот эта вся обработка, как это бы сказать, грамотнее, она вообще неплохо. Блядь, тут броню нам дают. Так, отлично, в лифт. В общем, у нас уже эта миссия бункер называется. Так, ага, в лифте мы. Так, куда нам? Сейчас тут монстры начинаются. Ты слышишь? Нет. Ты слышал? Ага. А! Я не хочу косячиться. Мы не играли уже давно, сколько дня? 3-4 прошло. Вот сразу сносит. Больно. О, вот это оружие. Да, оно жестко. Да, это жестко. Так, что нам вот это выкидываем? Во! Он вообще разносит просто этот дробовик монстров, этих кракенов на раз-два. Так, это мы перезарядим. Бля, не упади. И продолжаем. Ты видел? Нет, а вы? Врачи какие-то. Перезарядка. А, вон монстр какой-то. Стрёмно как-то. Куда он убежал? Подожди, мне надо оружие. Как прыгать? А вот. Ага. Ля, что за хракен? О, смотри, у него глазки какие смешные. Блин. Я точно уже сейчас здоровые монстры. Потом там какие-то всякие будут невидимки. Там вообще разнообразие очень великое. Слушай, ну врач куда-то убежал. Куда, непонятно. Надо просто идти дальше. Мы не можем его брать. Я вечно из зоны выхожу, вечно по краям. Относительно. О! Я не хочу. Эй, глаз на жопу натяну. О-о-о, монстры, вон они прыгают, смотри. Перезарядиться быстрее. Не-не, пацаны, не надо. Не надо. Я боюсь. Смотри, он умнеет. Он революционирует. Нормально все, нормально все. Идем. Все, в путь, дорожку. Не страшно. Возьмем только дробовик на всякий. Просто пацанов разносят. Слышал? Ого. О, здорово, родной. А, еще один. Блядь, там пацаны. Перезарядись. Где ты прячешься? Я нигде, я тут иду на вас. Аптечка. Лэп за. Ладно, давай против этих возьмем. Как оружие менять? Блядь, забывай. А у меня 16 патронов осталось. Это не есть хорошо. Что здесь произошло? Бля, тут, кстати, будут проблемы с патронами, потому что, бля, ой, оу май. Так, неловко. Еще, кажется, есть, да? Так, отлично. А, вон он. Отлично. Перезарядка, блядь, перезарядка, ну. А с чего я убивал? Только что с петуха? Ну, правильно. А, мы сейчас тут по этим катакомбам лазить будем. Ё-моё. Эй, что там творится? Хорошо. Отлично. О, нет.
Бля, смотри, как все прикольно. Всякая фигня, остров, камеры, клетки. Все так вот это вот прям вот так вот нравится. Ностальгия. Пойдем. Оу, офигеть. Кстати, мы же гранатами вообще не пользуемся. Все, гранатку выбрали. Гранатками надо пользоваться. Сейчас кто-то на нас выйдет, смотри. А, нет. Никто не выйдет. Надо вот сюда идти, в эту дверь. Ага. Где-то тут уже пора сохраниться, потому что патроны надо взять и идти дальше. Вот сейчас должно сохранение быть. Ага, отлично. Вот он. Тоже страшные моменты, капсда просто. Всегда боялся. Не знаю, я прям на ней играл, мне было там лет 10. Видали, сколько он сносит, бля? Там еще один челик. А, не вон они, в клетке. Здорово, молодые. Имбецилы. Пробирочные крысы. Ладно, не буду вас убивать. Пусть живут. Патрон на них тратим. Можем вот так сделать. О, лови га. Бам. Ладно, пойдем. О! Страшно было мне, скажу вам. А я скажу нет. Потому что все-таки мне уже не 10 лет. Ну, почти. 12 все-таки. Поэтому не так уже страшно. Это те рычат, наверное. Куда ты тут взялся, блядь? Тебе повезло, что я убил их. И ты умер от меня. Потому что от меня быстрее умрешь и не так болезненно. Ты ничего не заметил? Не-не-не-не-не. Просто идем. Просто идем. Фига там замесы. Ой-ой-ой, пацаны, давайте. Воюйте. Нормально все. Зачем он смотрит на меня? Смотри, они на меня агрятся. Воюйте, воюйте. Просто граната. Ты в полной заднице, а да вы дебилы, бля. Нет! Ты что, дурачок? У тебя вон сколько мяса, сколько живности. Ты на меня прыгаешь, блядь. Извращенец. Так. Кудники, блядь. Идем. Говорит центр управления полетами. Приготовиться к прибытию борту Крив-13. Блядь, что-то стукнуло, я думал. Ой-ой. Что здесь произошло? Ужас. Ничего, парни. Все в порядке. Не надо. Отлично. Просто замечательно. О, красота. И зарядиться можно. А это, если я не ошибаюсь, это уже конец уровня. Не, если еще по-серьезки вам говорю. Хорошо, идем. У нас уже 300 патронов на М-ке. Мой сканер показывает, что ты рядом с клетками драйнер. Если сможешь открыть эти решетки, будет совсем нехилая диверсия. А, они нас не видят. Прикол. Нехилая диверсия. Да-да, мы еще нажмем, а там куча их. И мы просто их разорвем. Кстати, прикольный момент в этой был. В этой игре мне нравится. Я ничего не заметил. Надо вот туда, надо бежать. Нехилая диверсия. Теперь смотри, наблюдаем. Да, вон он. Что-то слишком умный, пацан. Уберем твою башку. Че, всех убили уже? Пацаны? Оружие зачем-то выкинул. Че, все? Фига у тебя сколько дырок, братишка. Ну, вроде все. Вроде бы все. Что-то быстро они как-то разобрались. Ну, двоих я убил. Но все равно. Но все равно.
друг, ты жив? Попался! Добегался, придурок! Ты не отзывайся. Я продырявлю твою башку! Он еще воюет с ними? Смотри, они здоровые. Офигеть, еще. Слышишь, эти больше? Где ты там, чебурешка? Смотри, он умный, блядь. Смотри, он умный. Офигеть. Но нам надо наверх. Больше никого вроде. Смотри, мы придавили пацанов. Не повезло кому-то. Отлично, что у нас здесь? Наемники прибыли. Джек, пошевеливайся, у тебя мало времени. Хорошо. Бежим. Бежим. А, это засек. Экшон, бля. Пилот мертв, прыгай. Просто похлебососине в голову. Пацан грепу чешет, не понимает ничего, бля. А что, так можно было? Валерий Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназовцы. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Тогда ты знаешь, что я отошел от дел. Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти 3 месяца назад. Джек, ты меня слышишь? Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэл. Где ты? Расскажу позже. Вам нельзя останавливаться. В паре сотен ярдов от вас находятся клетки с необычными драгинами. Выпустите их на волю. Это на некоторое время отвлечет охрану от ваших персон. Поняла. Необученные драгины? А что, бывают обученные? Идем. Круто. Бля, вот это самая, кстати, дебильная миссия, она мне не нравится вообще, потому что Джек, там, блядь... помоги мне, а я помогу тебе. Для начала от тебя требуется разнести этот регулятор. Ладно, я помогу, только объясни мне, что происходит. Приходи в архив доктора Кригера, когда уничтожишь регулятор. И побежала, бля, и побежала, родная. Вот она. Круто. Очень круто, красиво все. Ну а мы заканчиваем на этой прекрасной ноте, спасли Вэл. Офигенно просто, им попали какой-то остров. Эх, ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ниже ссылочка в описании, паблик ВКонтакте, там все VR. Ребятушки, все, давайте, всем пока.